В республике продолжается строительство детских садов. Сегодня председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин принял участие в открытии еще двух дошкольных учреждений в Алатырском и Канашском районах. Чем больше мы вкладываем в детей, тем лучше наше будущее. Было отмечено на торжественном открытии, и с этим нельзя не согласиться. В селе Чуварлей Алатырского района построили новый детский сад «Колокольчик» со всеми удобствами. Детишкам теперь есть где играть, заниматься музыкой, спортом и даже релаксировать. Для жителей села открытие такого садика было действительно долгожданным событием. Ведь раньше они водили детей в бревенчатое здание, которое находилось далеко от центра села и к тому же не вмещало всех желающих. Новый садик рассчитан на 80 мест. Мне здесь нравится играть, много детей. Очень нравится этот садик. А раньше садик был сам по себе такой некрасивый, старенький. Было холодно, крыша протекала. Очень был такой плохой садик. И с этим, конечно, не сравнится. Но проблема с недостаточным количеством мест в дошкольных учреждениях была не только в Алатырском районе. Сегодня свой первый день рождения отпраздновал и Шахазанский детский сад номер 1 «Искорка» в Канашском районе. Надеюсь, что в этом детском саду все почувствуют современные условия, которые сегодня можно создать для наших детей. Родители будут спокойны за своих детей, что они получают хорошее дошкольное образование, присмотр, развитие и в конечном счете готовятся уже к дальнейшей жизни в школе. Программа по строительству детских садов в Чувашии реализуется уже третий год. И благодаря этому в республике ежегодно открываются и будут открываться по 10, а то и более дошкольных учреждений. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика.